знаете, процесс довольно хаотичный. И так, и так. С одной стороны, у каждого есть своя роль. Кто-то лучше рисует, кто-то лучше фотографирует, кто-то лучше знаком с какими-то компьютерными технологиями. А с другой стороны, все собираются вместе, и каждый наблюдает, что делают другие. Каждый имеет свое какое-то любимое занятие, какое мы скрываем от публики, и в то же время все осуществляется всеми, такой супервайзинг над другими, то есть такой вот хаотический, довольно сложный процесс. Для меня основной принцип работы в команде – это доверие. Я доверяю своим товарищам, партнерам в том, что они делают, и делают лучше меня. Они точно так же доверяют мне. Я думаю, что это вот очень важный момент. До тех пор, пока какая-то идея или эскиз не явлен внутри нашей мини-команды, это, безусловно, та скрытая, там, на самом деле, часть айсберга, которую каждый там переживает, вот это вот индивидуальное. А потом уже, значит, верхняя часть айсберга – это AES плюс F, и мы уже все вместе. Видеопроекты в основном примерно занимают 2-2,5 года, где условно год уходит на работу над идеей и подготовку к съемкам. Съемка короткая, около 2 недель, и затем год-полтора постпродакшена. Вся эта работа вот и съемка, и постпродакшен весьма интенсивны. Но отчасти это напоминает кинопроцесс, такой мини-кинопроцесс. В зависимости от проектов. Мы не ищем актеров, которые способны играть психологически, это нам не нужно. То есть мы ищем образы. Поэтому на каждый проект нам нужен какое-то количество женских образов. Они обычно связаны с какими-то ассоциациями, либо они напоминают каких-то героев Голливуда, либо героев живописи, Возрождения. В общем, самые разные ассоциации. И поэтому они могут быть и модели, могут быть встреченными на улице людьми, встреченных на каких-то партиях, в клубах. Могут быть и профессиональные актеры, так мы снимали в «Пире Тримолхиона» замечательную актрису Светличную, например. То есть самые-самые разные. Или просто друзья, например. Ну, это на самом деле как когда, потому что название, конечно, это один из таких важных знаков для работы. Тут сложно на самом деле какой-то алгоритм начального придумывания или уже когда органически ты видишь работу и рождается ее имя. Но, конечно, желательно иметь ясную идею, а название оно придет. Больше всего запоминаются выставки новых проектов, потому что это всегда очень нервно и страшно. Но, наверное, больше всего запомнилась выставка в Русском павильоне на Венецианском биеннале 2007 года, потому что там первый и последний раз мы, собственно, реакция зрителей была настолько неожиданной для нас. То есть мы настолько не ожидали, что вообще видео может смотреться с таким интересом, и что люди смотрели по 2-3 раза. Это было дико волнующе, поскольку мы первый раз, и еще так ответственно мы представляем страну, и это так страшно, и что будет. И вдруг какая-то бешеная реакция публики, которая приходит, ловит нас где-то в коридорах каких-то за руку, что-то рассказывает, это дико было приятно. В Сиднее, это Сиднейская биеннале 2004 года, когда мы неожиданно для себя обнаружили, что борд биеннале решил сделать наше произведение символом биеннале, и поэтому весь город Сидней был украшен повсеместно нашими произведениями. Куда бы мы ни пошли, мы везде их встречали. Одна из них была самая бесконечная круглая инсталляция «Пир Тримолхиона» в арсенале «Нависимо». Это не было программой «Биеннале», это была параллельная программа. И также в параллельной программе мы показали наши самые длинные видео.
в другом месте, в Венеции, в магазине «Дель Сале». Это как бы длиннющие склады, и проекция там была почти 40 метров. И люди ее смотрели как в аквариуме, где образы перед ними проплывали, там как гигантские рыбы. И второй проект – это была выставка для меня в Америке. Мы выставлялись в Хьюстоне. Там был один из наших проектов, который называется «Дефиле». Мне очень запомнилось по той причине, что я, когда работаю над проектом, никогда не думаю о том, как будет публика на это реагировать. Я, в общем, делаю то, что мне кажется правильным, и мне все равно, кто что скажет. И тут ко мне подошел огромный человек, который просто был выше меня на две головы, взял мою руку, приложил к своему сердцу и полчаса мне рассказывал, какое на него впечатление это все произвело. И я потом просто забыть не мог и понял, что, в общем, все, что мы делаем, это не зря. И впервые я об этом подумал. Во-первых, ничего в искусстве ничего не приходит на смену. То есть, когда появилась фотография и видеоарт, живопись стала только более популярна. Да? Это не такой потребительский рынок, где, например, с появлением автомобиля люди действительно прекратили ездить массово на лошадях. Вот такого в искусстве не происходит. Это всегда все сохраняется. Вот. Ну, сейчас мы видим, что VR и AR, дополненная реальность, виртуальная реальность, еще воспринимается как новая технология. Но я думаю, пройдет год-два, и они будут такими же традиционными для искусства, как и живопись, и скульптура. Не помню такого. Честно говоря, мы всегда ходим на открытие просто выставок своих, и потом, в общем, обычно туда не заглядываем, как правило, если только с какими-то гостями, которым нужно показать. Страсти подсматривать за реакцией зрителей нет. По всей вероятности, это какой-то комплекс вообще понимания, это какое-то еще личностное состояние. Каждую секунду быть таким транспарентным к той жизни, которая там вокруг, всякий раз она новая, быть вот этим вот как бы пропускающим эту жизнь, с одной стороны, частой сеткой, с другой стороны, мелкой сеткой, чтобы вот там вот жизнь оставляла у вас вот эти вот все очень важные для искусства частицы.